Итак, мы постоянно приобщаем новообращенных к церковному служению и руководству. Что еще? Готовьте ядро церкви к переменам. Чаще всего община начинается с группы основателей, верных, преданных, жертвенных, исполненных энтузиазма. Мы сделаем это, мы организуем церковь, которая станет здесь настоящим светильником. Эти люди готовы к подвигам, и у них есть четкое представление о том, как все должно развиваться. Однако сюрпризов в любом деле не избежать, так что надо ожидать неожиданного. Гибкость планов. Помните, мы об этом уже говорили? Но не все основатели готовы ее проявлять. У нас свое видение, свои планы. И вот в общину приходят новые люди, и это вносит свои коррективы. Бог открывает новые двери. А основатели подчас не готовы все это принять и вместить, не желают адаптироваться к новым условиям. Отказываются внимать советам тех, кому также не безразлична жизнь церкви. И это неправильно. Статус основателей, родоначальников не дает им права отметать другие мнения. Далее, создайте структуры, отвечающие потребностям общины. Этого вопроса мы касались, когда говорили о правильном структурировании, и в качестве примера рассматривали шестую главу Деяний. Поэтому повторяться я не буду. Просто подчеркну, что расширение служения, например, малых групп, или организация новых структур должна учитывать актуальные потребности общины, иначе они останутся невосполненными и приведут к проблемам. Следующий пункт — оставайтесь гибкими и поощряйте духовный рост. С гибкостью все понятно. А что понимается под вторым? Приступить к организации церкви — это уже огромный шаг веры, существенный и значимый на самом начальном этапе. Однако будут и другие ситуации, требующие от вас проявления веры. Зачем? А затем, что идти по вере, значит иногда шагать в неизвестность, полагаясь на Бога и Его действия. Если церковь достигла некоего уровня стабильности и комфорта и всеми силами стремится сохранить этот статус-кво, зачем нам море, когда кораблю спокойнее в гавани? Она тем самым мешает Богу творить новые дела, защищает свою зону комфорта. А вот лично я считаю, что выходить за ее пределы иногда надо. Помните, я рассказывал, что сначала трудился на севере Мюнхена, а потом мы организовали общину в Дахау силами верующих из центральной и из северной церкви Мюнхена. Кстати, на севере у нас было не больше 50 членов, а на участие в новом проекте мы благословили около 10 человек. Им предстояло трудиться в Дахау. Мне могли смело возразить, что вы делаете? Нас самих горстка, а теперь будет еще меньше. Но мы сделали шаг веры. Когда-то мысли о дочерней церкви были только в зародыше, хотя возникали они с самого начала, и вот мечта стала воплощаться. Признаюсь, быстрее, чем мы ожидали. Провели общее собрание, на котором предложили заняться основанием дочерней церкви. Спросили, хотим ли мы этого, осилим ли. Нас ведь и так немного. Готовы ли мы сделать этот шаг веры? И представьте, все, за исключением одного человека, проголосовали «за». Но даже этот человек был не против, он воздержался. Остальные же сказали, мы об этом молились, Бог открывает двери. Разве можно отказываться? Так был сделан первый шаг. Бог его благословил, и мы пошли дальше. И материнская и дочерняя церкви продолжали расти, непрестанно уповая на Бога. А вдруг у нас не хватит средств? Но давайте спросим так, это угодно Богу? Если да, доверьтесь Ему. Отпустите свои страхи, и когда увидите Божье благословение, возрадуйтесь и прославьте Его за это. Отдайте честь тому, кто ее достоин. Знаете, когда к нашей общине примкнул 50-й человек, мы устроили праздник.
Возможно, в вашей стране и культуре это не принято, но в Америке мы подобные вещи иногда отмечаем. Например, чествуем 4000-го посетителя какого-нибудь магазина, вручаем ему подарочный сертификат, словом, как-то выделяем его из общей массы. Мой друг, например, как-то стал миллионным посетителем бейсбольного матча и получил в подарок, кажется, бейсболку и бесплатные билеты на какую-то игру. Вот мы и пересекли Рубикон. Теперь в нашей общине полсотни человек, и это событие, особенно если учесть, что у основания стояли всего несколько человек. Юбилейным членом церкви оказалась девушка. Мы подарили ей цветы и устроили настоящий праздник, радуясь тому, что до сего места довел нас Господь. И это не может не воодушевлять. Готовы ли мы к новым шагам веры? Только вперед. Что, евангелизация, мы никогда ее не проводили? А что, если не получится? Доверьтесь Богу. Это Его воля? Если да, не бойтесь. Если нет, не делайте. Думаю, Его. Тогда вперед. Все это возгревает упование христиан на Бога, ожидание Его чудесных дел, понимание того, что у руля не мы, что все зависит не от наших даров и талантов, а от Него, без воли которого предприятие не состоится. Вот почему эти шаги веры так важны. Они заставляют ощущать реальное действие живого Бога. Покой нам должен только сниться. Благословит ли Господь нас в этом деле? Получится ли задуманное? Нам надо уповать на Бога, молиться, быть посвященными, прилагать максимум усилий. Это похоже на подъем на гору на велосипеде. Ты либо истово крутишь педали и движешься вверх, либо катишься назад. Мне кажется, в служении картина примерно та же. Ты уповаешь на Бога и прилагаешь все усилия, либо движешься вспять. Не напрягаться не получится. Хотя после упорных трудов возникает искушение расслабиться и просто поддерживать достигнутое. Ну что ж, вот вам 6 основных принципов. Уверен, их список можно существенно дополнить. Тем не менее, я постарался выделить и обозначить то, что как практик и теоретик в области основания церквей считаю наиболее важным с точки зрения развития церкви, и несоблюдение чего с высокой долей вероятности грозит здоровью общины. Образовательный ресурс видеосеминарии Святой Троицы это ваши пожертвования, мудро вложенные в христианское образование. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу TV-семинарий.